Всем большой привет! Всем большой привет! Мы очень рады вас приветствовать на моем канале. И сегодня в этом видео у нас будет распаковка посылки от фабрики «Осьминожка». «Осьминожка» — это бренд детской одежды, также постельного белья, постельных принадлежностей, махровых изделий, таких как полотенца. В общем, все, что нужно для ребенка. Одежда от «Осьминожки», она очень качественная, выполнена из хороших тканей и отличного трикотажа. Также у «Осьминожки» собственное производство, их фабрика находится в Подмосковье. Мы получили новенькую посылочку, уже один раз мы вам рассказывали про этот бренд. И давайте вместе посмотрим, что же нам пришло в этот раз. Так, что же пришло в этот раз? Посылка пришла вот в таком большом пакете. Получали мы ее на почте. Ссылочку на сайт «Осьминожка» я оставлю в описании под этим видео. Также одежда этого бренда продается на известных крупных маркетплейсах. Ссылочки все будут тоже в описании под этим видео. И также, если вы решите сделать заказ от «Осьминожки», вы можете получить скидку 5%. Для этого нужно написать в их группу «Хочу скидку». Ссылочка, да, это 5. Ссылочка на их группу также будет в описании под этим видео. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут есть, что же нам пришло. Ничего еще не открывали, это будут наши первые впечатления. Первое — это одеяло, плед трикотажное, оно идет белого цвета. Подожди, давай сначала по очереди посмотрим. Сначала откроем одеяло. Одеялко очень такое тоненькое, приятное, как раз сейчас на весну, на жаркое лето будет супер ребенку под ним спать. Смотри, какое мягенькое, потрогай, мягкое. Я буду летом спать. Да, ты будешь летом спать под ним. Далее у нас идет одеяло плед утепленное, цвет бежевый, с рисунком ромба. Такая красивая расцветка. Кстати, очень классно бы подошло для новорожденного малыша в колясочку. Когда у меня доченька только родилась, у нас был похожий плед белого цвета. Ой, он такой мягкий, безумно приятный. Попробуй. Мягкий? Приятный, да? Ой, что там? Это этикетка. Кстати, там еще и осьминожка. Да, кстати, такой плед может служить отличным подарком кому-нибудь, у кого только родился ребеночек. Очень классный, мягкий, приятный, вообще супер. А далее у нас полотенце-уголок для купания желтого цвета. Здесь еще нарисован... Это маленькое? Не знаю, сейчас посмотрим. Здесь еще нарисован бегемотик. Сейчас откроем. Это маленькое? Полотенце тоже очень симпатичное, достаточно приятное. Это для маленьких малышей? Да, это для маленьких малышей. Когда я родилась. Вот такое полотенце замечательное. Далее еще из принадлежностей постельных у нас вот такой комплект постельного белья. Написано, что это сатин премиум. Мама, твердая. Ну, это просто упаковка твердая. Вот так выглядит. Наверное, сейчас я открою, вам покажу поближе. Теперь переходим к одежде. Первое, что это у нас написано, комплект футболка и лосины, размер 98. Сейчас посмотрим. Вот такие здесь лосины приятного салатового оттеночка.
Нравится цвет? Это домашнее? Почему домашнее? Можно и на улицу, можно в садик. Очень приятный трикотаж. Шовчики все ровные, отличное качество. Давайте посмотрим кофточку. И вот такая здесь кофточка. Мне кажется, дочке должно по размеру подойти хорошо. Ну, потом примерим, посмотрим. Тебе нравится такой комплектик? Смотри, летом носить. Кстати, салатовый оттенок, хочу заметить, то, что он приятного оттенка. Бывают, знаете, такие прям выдри глаз, а этот он такой, как бы, да, салатовый, яркий, но при этом достаточно приятный цвет. Так, посмотрим дальше, что у нас тут. Дальше у нас маечка, она 104 размера, голубого цвета. Ну, я уже сейчас вижу, то, что она такая достаточно... небольшая, может быть, немножко даже как маломерка она идет. Ткань немножко тянется такая в рубчик и очень красивое здесь кружево. Смотри, какая маечка симпатичная. Да не вот это. Да, играйся. Дальше у нас здесь трусики. Они тоже таких приятных расцветок, салатовый такой цвет и очень приятный розовый такой лососевый оттенок. Ну, давайте вот эти лососевые розовенькие откроем, посмотрим. Смотрите, какие милые трусики. Резиночка, она не тугая, ребенку будет комфортно. И тоже здесь такое красивое кружево. И еще одни трусики. Они такие более тепленькие, такие более плотные. Наверное, на зиму больше подойдут. Да, тепленькие. Состав написано 100% хлопок. Этикетка, да, будешь снимать? На. Также тут нам, как и в прошлый раз, положили вот такой магнитик с листочками. Можно повесить на холодильник и какие-то напоминания делать. Ну, сними, некрасиво же так. Дай. Только не клейте больше, ладно? Далее у нас здесь футболочки. Давайте посмотрим. Состав тоже 100% хлопок. Вот такая футболка с милым котиком. Очень приятная ткань. Она не такая не тоненькая, а такая более плотная. Отлично. Далее еще футболочка серого цвета, тоже размер 98-104. Посмотрим. Тут одинаковые звездочки? Нет, здесь вот такая девочка-кошка нарисована. Тоже очень приятный материал и цвет такой серый меланж. Симпатичная футболка. Давайте дальше смотреть. Дальше, так, тут нет... этикетки, ну, вернее, не видно, сейчас откроем, посмотрим, может быть, дальше пойдем, что это. Так, это тоже какой-то комплект, но он такой же, достаточно побольше, моей дочке он точно будет сейчас велик. Здесь такие трусики симпатичные белого цвета с ромашками и вот такая маечка, тоже отделка по горлышку. Кружево с ромашками. Вот такой комплектик. Так, смотрим дальше, что у нас тут еще. Размер 92. Ну, в принципе, я думаю, то, что мы сейчас носим и 92, и 98. Как бы нам подходит еще и такой размер тоже. Это у нас что? Такие вот кофточки летние, тоже из хлопка. С рукавами-крылышками. Думаю, то, что ей по размеру отлично подойдет. Вот такая расцветка. Вот такая тоже симпатичная. На лето будет просто супер. Смотрим дальше, что у нас здесь. Это сарафан. Размер 92. Ой, сарафан, кстати, очень красивый. Тоже состав хлопок. Смотрите, какой он классный. Сзади здесь такой вырез капелька на кнопочке закрывается. Очень симпатичный такой летний сарафан. И также его можно надеть, например, сверху какой-то трикотажной кофточки, как такой
верхний слой, очень миленький. Качество вообще изумительное, нигде никакие нитки, ничего не торчит, очень приятный на ощупь, видно то, что это натуральная, качественная ткань, мне очень нравится. А дальше два вот таких платья, по-моему, я заказывала, да, это два платья, 104 один размер, розовый цвет такой приятный, просто такое платьишко на лето, также из хлопка. В садик ходить, сзади оно на кнопочках, тоже очень приятно, такое веселенькое, миленькое, смотри, какое платье, нравится? Угу. И второе, давайте посмотрим, а второе у нас тоже, кстати, будет 104 размер, ну посмотрим, может быть чуть-чуть будет большевато, но ничего страшного. И второе платье выглядит вот таким образом, оно такое более широкое, оно уже идет без кнопочек, просто надевается через горло, через шею, вернее, ну вот такое платьишко. Тоже такие приятные расцветки, такой приятный розовый цвет, мне нравится. Ну и остается у нас здесь две вещи, одна из них это вот такое красивое платье, размер 98, платье для девочки Зайка Мила. Очень красивое платье, вот как раз сейчас на весну, потому что он такой немножко плотненькое, очень милое. Смотрите, какое классное. Здесь такой зайчик симпатичный. Цвет такой бежевый меланж. Просто милота. Ну и последнее, я заказывала вот такую толстовку. Ее, кстати, мне кажется, можно носить вместо курточки. Вот когда будет градусов, ну не знаю, может быть 14-15. Внутри у нее вот такая подкладка, ну, она не меховая, а такая махровая, я бы сказала. Состав это футер, 100% хлопок, вот, очень хороший, да, состав. Очень тоже такая приятная, мягенькая, с капюшончиком, здорово. Ну и сейчас, конечно же, мы хотим сделать примерку для вас и показать, как эти вещи смотрятся.